События в мире. В НАТО допустили размещение ядерного оружия в Швеции и Финляндии. Идеальным местом для базирования ракет можно считать остров Готланд в Балтике. Накануне там начались двухнедельные военно-морские учения союзников. А это вблизи российского Калининграда. Почему маленький остров имеет огромное стратегическое значение, анализировала Заурия Жуманхаза. Готланд с населением меньше 60 тысяч человек имеет стратегически важное значение для Швеции, поскольку расположен всего в 300 километрах от Калининграда. Именно там находится главный штаб Балтийского флота России. Оборону этого острова Стокгольм начал усилять еще 7 лет назад, после Крымской весны. С тех пор сотни шведских солдат проходят там службу. Новое обострение – ситуация в Украине и возможное вступление Швеции в состав НАТО. Учения союзников проходят здесь каждый год, но в этот раз приобретают иной контекст. В маневрах задействованы авиация и боевые корабли. Это 7 тысяч моряков и летчиков из 16 стран. Что важно со стратегической точки зрения, так это возможность поработать со Швецией, Финляндией и с остальными 14 государствами, которые здесь находятся. Важно понимать, как действовать сообща, чтобы преодолеть любой кризис, будь то землетрясение или нападение врага. Нам нужно быть подготовленными. В России неоднократно предупреждали, что в случае, если Стокгольм и Хельсинки все-таки примут Североатлантический альянс, то будут приняты жесткие меры. В заявлениях официальных лиц Кремля не раз упоминалось, в том числе, ядерное оружие. Наблюдатели описывают это все как политику сдерживания и противовесов, но не спешат делать каких-то конкретных выводов. Проблем с Готландом никогда не было, но сейчас что-то может случиться. Дело в том, что снабжать и оказывать военную поддержку балтийским странам станет намного проще или сложнее. Все зависит от того, кто контролирует остров. По разным оценкам, численность сухопутных, военно-морских и воздушных сил Швеции не превышает 30 тысяч, что несоизмеримо меньше российских. Но, судя по всему, Стокгольм рассчитывает, что в случае обострения обстановки в регионе удерживать контроль в Балтийском море им помогут и европейские союзники из США. Впрочем, сценарии, которые, возможно, разрабатывают в королевстве из-за растущих военных амбиций Москвы, напрямую зависят от исхода украинского кризиса. Заурия Жуманхаза, Хабар 24.